Итак, в Полесском государственном университете новый ректор. Сам Валерий Дунай родом из Слуцка Минской области, но однажды, побывав в Пинске, как сам признается, прикипел к городу над Пиной душой. И не скрывает, что здесь, на Пинской земле, он человек не случайный. Я тоже влюбился в этот город. Действительно, прекрасный город. Я уже говорил, что я много гуляю пешком. Вижу много молодых людей. Думаю, может, это университет, градообразующее предприятие. Очень много семей с детьми гуляют. Люди улыбаются. Мне кажется, действительно, говорит о том, что город комфортный, город прекрасный. Видно, что и руководство города очень много делает для развития. Бросается в глаза вот строительство новых домов. Они действительно очень красивые, это украшения, и видно перспектива развития. Валерий Иванович уловил самую изюминку сути, как и колорит столицы Полесья. А это значит, сможет оценить и все ее достопримечательности, достоинства. И как истинный полешук приложит усилия для дальнейшего процветания Пинска. В принципе, вот как в столице. Что тут сравнивать? Велодвижение, пожалуйста. Вот мы стоим за моей спиной, вот прямо, да, уже есть и велостоянка, то есть и студенты могут приезжать, и не только студенты, многие люди. Я вижу, что очень много людей ведет активный образ жизни, бегают по набережной, ну и Ледовый дворец, ледовая арена нашего университета, то есть люди ходят заниматься, спросом пользуются бассейн, это очень радует, действительно такой молодой, динамичный, да, город, поэтому вот могу повторить слова, я влюблен в город Пинск. Университет стал не только новым местом работы, но и точкой приложения сил и энергии, опыта и творческих задумок. За прошедшее время новый ректор уже успел не просто хорошо познакомиться с его структурой, но и погрузиться вглубь актуальных проблем и задач, которые стоят перед вузом. Заканчивал я Белорусский государственный университет. В принципе, вся такая сознательная трудовая деятельность проходила в Белорусском государственном университете, окончил биологический факультет, был распределен на кафедру физиологии человека и животных, проходил, в принципе, все ступени, от ассистент, доцент, заведующий кафедры в Белорусском университете. Ну, а дальше были управленческие должности, в принципе, большие управленческие должности. В 2013 году я был назначен ректором Международного государственного экологического университета имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Работал первым проректором в Белорусском государственном университете физической культуры, первым проректором в Институте современных знаний. Ну и вот судьба привела город Пинск в Полесский государственный университет. Такой богатый жизненный опыт, безусловно, позволяет Валерию Дунаю определить свою роль в дальнейшем развитии университета. Есть с чем сравнивать. Действительно, опыт организации образовательных процессов в разных вузах. Причем могу сказать не только в нашей стране, но и за рубежом. И я уже говорю, это действительно не шутка, но действительно есть чему завидовать. Завидовать тому, что в таком городе Пинске есть прекраснейший вуз. И я его вижу не только региональным, хотя действительно он функции регионального вуза он 100% выполняет. Но я вижу действительно классический университет с прекрасным будущим, то есть есть куда развиваться. Президент страны Александр Лукашенко при назначении Валерия Дуная на должность указал на необходимость повышения качества образовательного процесса, укрепления связи образования, науки и практики. Эти краеугольные камни отечественного высшего образования и станут основополагающими. Вы пришли в очень интересное время. Сейчас время, когда мы отмечаем замечательную и знаменательную для нас дату. Это 15-летие со дня создания нашего университета. 5 апреля 2006 года глава государства подписал указ о создании учреждения образования Полесский государственный университет. Ну и вот с тех пор начинается хронометраж наших славных дат традиций. Человек творческий, с научным складом ума и стремлением воплотить смелые проекты, Валерий Иванович уже наметил векторы дальнейшего развития самого молодого вуза страны с учетом его достижений и потенциала. За эти годы университет не только сформировался, но и состоялся. Состоялся как образовательный и научный центр. Ну, для примера я могу сказать, что на сегодняшний день нас знают не только в нашей стране, но и за рубежом. Ну, примерно 80 у нас есть договоров о сотрудничестве с разными учреждениями, научными и учебными учреждениями.
разных частях мира. Валерий Иванович справедливо считает, что, придавая новый импульс развитию, необходимо делать акценты на том, что является уникальным не только для самого Полесского государственного университета, но и всей системы высшего образования страны. Выполняя свое главное назначение – обеспечить регион кадрами для банковской сферы, университет параллельно развивает направление биотехнологий, а значит, хорошо просматриваются точки роста. Тем более, что для этого есть поистине уникальная материально-техническая и научные базы. Не каждый может похвастаться на сегодняшний день университет тем, что есть действительно мощная научная составляющая. Это наши прекраснейшие лаборатории, я думаю, что мы посмотрим и о них чуть позже скажем. Но это и технопарк, который есть в нашем университете, причем тоже развивающийся. Ну, например, я могу сказать, что в этом году наш технопарк подтвердил себя как инновационная структура. И у нас видится рост числа резидентов, то есть вот было 5-6, в этом году мы планируем дойти до 7, видим дальнейшее развитие. Различные мероприятия, которые проходят, ну, например, научные конференции, они пользуются большим интересом коллег в различных частях, не только нашей страны, но и мира. Кроме того, это, конечно, потенциал, это наш профессорско-преподавательский состав. Ну, вот, мне сразу, что бросается в глаза, это остепененность, то есть у нас 51% остепененных преподавателей, плюс и университет самый молодой, сейчас говорим, самый молодой в нашей стране. Ну и у нас средний возраст профессорского преподавательского состава 43 года. То есть тоже мы видим такой самый активный возраст для, в том числе, научных изысканий. Также обратил внимание на наших студентов. Они тоже, понятно, не самые лучшие, самые креативные. Отправной точкой движения по пути повышения статусности Полесского университета и его выпускников именно благодаря разнонаправленности и взаимопереплетению различных процессов, по мнению ректора, станет укрепление связки образования, наука, производства. Мы видим и делаем большой упор на связь образовательного процесса, практики и производства. То есть здесь это не пустые слова, есть подтверждающие мероприятия, которые у нас проходят. Я четко понимаю, что действительно было бы неплохо, чтобы появился в городе Пинске биотехнологический центр, о котором много говорят. Действительно, многие видят, что это будет ядро развития. Ну, действительно, биотехнологии на сегодняшний день, мы понимаем, да, шестой уклад экономики, что без биотехнологии действительно никуда, да. Чтобы создать, а главное закрепить и укрепить славу Полесского университета, новый ректор понимает, вершину эту покорят научные достижения и высокое качество подготовки специалистов. За 15 лет в этом направлении сделаны поистине гигантские шаги. Наши выпускники, они действительно прославляют университет. Многие из них занимают высокие посты, причем в различных структурах. Это Национальный банк, это различные банки. Сейчас мы находимся в корпусе, где готовим студентов по специальности биотехнологии. И я уже сегодня говорил и хочу еще раз повторять, что есть видение развития этого направления. Мы планируем создание биотехнологического центра. Мы думаем, что будет импульс для развития нашего города Пинска. Новый ректор Полесского государственного университета Валерий Дунай осознает, Полесский государственный университет своими уникальными корпусами не просто вписался в древний лик города, во многом он и есть его визитная карточка. Он становится флагманом продвижения имиджа города над Пиной. Пинск – это и молодежная столица, Пинск – культурная столица, Пинск – и песенный край. Ну и, конечно, это и спортивная столица, и фундамент. Это спортивная база Полесского государственного университета. Мы рады всем, кто любит спорт и кто готов активно заниматься физической культурой, потому что спорт – это залог красоты и здоровья. Университет начинает новый отсчет времени. Его современную историю будут писать те, кто сядет за студенческую скамью 1 сентября 2021 года. Уже сегодня цвет молодежи, думающих, дерзких, окрыленных мечтой, с нетерпением ждут в стенах университета, молодость которого – это и есть мощный импульс для стремительного движения вперед. Дорогие абитуриенты, обращайте внимание на Полесский государственный университет. Добро пожаловать в Полесский государственный университет. Я просто гарантирую, что здесь вы получите современное образование и будете вы как классными специалистами.